Кто уж наверняка обрадуется обильным осадкам в Казахстане, так это любители 6-й зимней универсиады. Завтра она стартует в Алматы. В грандиозных комплексных соревнованиях примут участие 1070 спортсменов. Они разыграют медали в 10 видах спорта. О последних приготовлениях к главному студенческому старту расскажет моя коллега Галина Полевая. В национальной зимней универсиаде примут спортсмены 35 вузов уже завтра здесь. На международном комплексе трамплинов «Сункар» пройдет церемония открытия. Она будет грандиозной. Организаторы, правда, не раскрывают всех секретов, но говорят, будет интересно. В праздничном шоу участвует 500 студентов. Одним из героев открытия стал талисман универсиады «Барсик». Он встречает гостей, среди которых знаменитые спортсмены Геннадий Головкин, Елена Хрусталева, Серик Сапиев. В представлении задействованы молодые исполнители музыкальной группы «Ринга», «Асыл». Зрители ожидают много сюрпризов. Впервые здесь прозвучит песня, которую студенты посвятили универсиаде. Все будет очень ярко, очень красочно. И у нас есть одна небольшая фишка и сюрприз для всех. И этот сюрприз заключается в том, что будет задействован сам трамплин. А то, что будет происходить на трамплине и что произойдет, вы должны увидеть своими глазами. Так что приходите. Сама универсиада продлится 12 дней. Она пройдет по 10 видам спорта. Участники соревнований выступят на лучших аренах страны. Соревнования состоятся на трамплине «Сункар», «Медеу», «Шимбулак», лыжные гонки примет «Алатау». Шорт-трек и закрытие пройдут во дворце спорта имени Балуана Шулака. На этих аренах ровно через год состоится всемирная универсиада. В основном из победителей и призеров настоящей 6-й зимней универсиады будет формироваться сборная, национальная сборная студентов Казахстана, которые через год будут выступать вот на этих объектах универсиады. Последние часы перед стартом самые напряженные. Волнуются режиссеры, волонтеры, организаторы соревнований. Ну и, конечно, студенты, которые станут главными героями зимнего спортивного праздника. Галина Полевая, Нурдаулет Джексебаев, 24 KZ.